Всем привет! Вы на канале Анастасии Кальченко «Сделаем сами своими руками». И так как скоро у нас Новый год, я решила собрать из оригами модулей новогоднюю елочную игрушку с символом наступающего года. А так как символ Нового года – тигр, на моей игрушке будет маленький тигренок. Итак, начнем. Для поделки мне понадобятся модули размером 64-я часть от листика А4. Нужны будут модули голубые, белые, черные, оранжевые, розовые, зеленые и два коричневых. Голубых модулей мне нужно 632 штуки. Это 10 листов. Белые модули 350 штук, 6 листиков. Черные модули 150 штук, 3 листа. Оранжевых 100 штук, 2 листа. Розовых 35 штучек, 1 листик. Зеленых модулей 7 штук. И коричневых модулей нужно всего 2 штучки. Итак, начнем сборку. Каждый ряд я комментировать не буду, буду только отмечать важные моменты. А вы следите внимательно за видео. Хорошего просмотра! Сначала мы берем для первого ряда, нам нужны 5 белых модулей. Коротким носиком на себя. Закрепляем оранжевым модулем, длинным носиком на себя. Следующий ряд. Мы оранжевый модуль вставляем между вот этими двумя оранжевыми модулями и закрепляем тоже оранжевым модулем. Вставляем белый модуль. И закрепляем белым и черным. Белый добавляем. Белыми закрепляем. Следующий ряд между вот этими оранжевыми вставляем оранжевый модуль, а закрепляем черный.
Дальше мы просто надеваем черный модуль. Дальше добавляем. И закрепляем двумя белыми. Один черный. Не добавляем, просто надеваем. Тут три белых. Опять добавляем. Закрепляем. Белый. Надеваем. Здесь добавляем белый и закрепляем одним белым, одним черным. Дальше один оранжевый модуль. Здесь мы добавляем оранжевый, закрепляем черным и оранжевым. И один оранжевый. Просто вставляем опять белый и закрепляем черным модулем. И белым. Дальше два модуля просто надеваем, ничего не добавляя. Два белых. Ой, не белых. Два оранжевых. Дальше добавляем один белый, закрепляем розовым и белым.
Thank you.